жители принимают участие в софинансировании данного проекта. То есть сначала мы собираем все документы, отправляем в область, как проект проходит в области согласования. Область выделяет нам деньги, также привлекаются деньги спонсоров. И после установки уже ограждения, все, после исполнения всех работ, жители тоже собираются деньги, уже там порядка 5%, и уже вносятся в свою лепту.